Ну, я приехал с Еревана, и мне позвонил Сергей Викторович Клещенко, и вот пришли к соглашению, обсудили все детали, так я подписал контракт. Ну, можно сказать, это мой первый заграничный опыт. До этого я играл в основном, ну, в нашем чемпионате, и как бы было тяжело там находиться, и как бы не все мне устраивало в этой команде, но и мое положение вообще, ну, в клубе. Так что поэтому я решил вернуться домой. На 2 года. В центре полузащиты могу и опорного играть, и под нападающим. Да, 13-й номер. У меня сын родился в прошлом году, поэтому 13-й номер. Ну, футбол – это командная игра, и, ну, для себя, конечно, я стараюсь высокие цели ставить, но хочу, чтобы и команда как можно больше добилась в этом сезоне, и Еврокубки у Зимбру в этом году. Давно команда не выходила, и хочу помочь как можно дальше противнику.